Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». Студії працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Залишайтеся з нами. Обов'язково сьогодні дізнаєтеся, як розважити своїх школярів під час зимових канікул. Тому що сьогодні у нас в студії методист театрального жанру обласного будинку художньої творчості Микита Сергійович Горшко. Доброго дня вам. Доброго дня. Микита Сергійович, отже, для спочатку ми вже розповіли майже про що ми будемо говорити, але це тема не одної хвилини. Але для початку, отже, обласний будинок художньої творчості. Як представлений цей театральний жанр? Хто займається і як розвивається наразі? Ну, наверно, стоит вначале сказать, собственно, в общем, чем занимается обласний дом художественного творчества. Если кто не знает, он состоит как бы из двух частей, из двух отделов, можно так назвать. Один отдел – это методический, в котором находятся методисты по жанрам, и эти методисты курируют работу всех кружков школ и внешкольных учреждений по своим жанрам всей области, кружков всей области. А вторая часть нашего заведения – это, собственно, наши кружки разных направлений, которые занимаются у нас на базе, в областном доме художественного творчества. Так вот, если мы говорим о развитии театрального жанра, мы будем говорить о развитии театрального жанра во всей области, конечно же. И я, как методист этого направления, могу сказать, что жанр за последние 6-7 лет сделал большой скачок. Вначале он сделал скачок в количестве этих кружков, и у нас появился какой-то интерес и конкуренция в плане, появились новые кружки, разные направления, помимо классических театров и кружков художественного чтения, появилось много и кукольных театров, появилось много театров миниатюр, эстрадных театров, которые показывают свое творчество на достаточно хорошем уровне. И потом, когда мы накопили это количество кружков, мы уже начали работать над качеством этих кружков. Собственно, в чем и заключается суть методического развития. То есть мы создаем нужные условия, чтобы руководители этих кружков общались, делились опытом, встречались на всевозможных конкурсах. Один из таких конкурсов театрального направления традиционно проходит в марте. Это «Свит на Ди и Дева Свит», где они могут встретиться, поделиться опытом, посмотреть на работы, еще и поучаствовать, собственно, в конкурсе, получить либо призовое место, либо хороший опыт. А керівники кто? Ну, есть люди, которые заканчивали специализированные учреждения, то есть это люди с театральным образованием. В основном сейчас много очень специалистов выпускает колледж культуры, университет культуры. Есть у нас специалисты, руководители, которые заканчивали учебное заведение, высшее учебное заведение в других областях, и в Харькове, и много-много очень у нас специалистов, которые получали образование не на территории Николаевской области. А, конечно, в школах работают и учителя литературы, в школах работают, ну, даже есть учителя, допустим, математики, есть у нас кружки, физкультуры. Которые… Ну, нет, на физкультуру это, наверное, будет чересчур, хотя направление может быть интересно, если соединить, сделать такой фьюжн спорта и театра, наверное, что-то интересное может получиться, надо взять на заметку. Ну, просто чому я питаю, тому що наскільки от розгалужена ця система саме в області, в селах, тому що зрозуміло, що районні центри, обласний центр, вони насичені цими гуртками, а іноді на селі не вистачає іноді навіть фахівців, вчителів для викладання предметів. Звісно ж, вся ця забота об этом вопросі ложиться на плечі районних центрів. В каждом районном центре есть свой дом творчества районный, который отвечает за непосредственно за досуг детский в своей вотчине. Конечно, в селах тяжелее состоит дело, но мы знаем практику, когда дети из ближайших сел к районному центру с удовольствием ездят, добираются в районный дом творчества. Или же есть система, когда кружки работают на базах школ, а специалист по этому направлению, возможно, приезжает. Такие також практикуются. Практикуются разные. Ситуация, скажем так, не из простых у нас в образовании в целом,
А уж во внешкольном образовании так и подавно. Поэтому, ну, в любом случае, я могу сказать, что качество внешкольного образования у нас очень высокое. Это, как говорится, отвечаем головой за это. Який вік дітей задіяні в цих гуртках? Ви як методист, певно, проводите моніторинг? Тут все очень просто. Это дети школьного возраста. Ну и, конечно же, мы немного захватываем совсем краешек дошкольников и совсем краешек студентов. Uh-huh. Ну, это уже, как говорится, по желанию, если мы говорим о дошкольниках, по желанию родителя отдать в кружок еще с детского садика, да, такое практикуется, но, скажем, это не есть правило. И желание, собственно, уже взрослого студента продолжать ли учиться в кружке, когда он уже закончил школу, ну, это его личностное уже желание. Здогадуюся, що більшість тих дітей, які займаються в цих гуртках, мріють про акторську кар'єру. І як працюють керівники гуртків у тому напрямку, щоб психологічно підготувати дітей, що це може бути тільки захопленням? Або дитина от хоче, от я прийшов, я хочу грати в театрі, знаєте, як в фільмі про електроніку, у мене теж голос, я теж піти хочу. Да, да. От, а ну, от не виходить. Як працюють з такими дітьми? Ну, опять же, для начала надо сказать, что у нас образование не как в школе, то есть туда не приводят за руку, и это не обязаловка, скажем так, да. У нас приходят дети, которые прежде всего хотят заниматься в кружках определенного направления. Конечно же, не все дети, допустим, ребенок пришел на хореографию, но у него нет ни слуха, чтобы слышать музыку, ни координация у него плохо поставлена. Есть дети, с которыми надо работать немножко больше, есть дети, которые в этом направлении немножко больше развиты. Им надо, чтобы добиться какого-то результата, дать немножко меньше времени, да, на развитие. Но в любом случае, склонен ли ребенок к определенному виду творчества или нет, мы ребенка не выгоняем. Потому что одна из целей внешкольного образования – это занятость детей во внеурочное время. Да, во внеурочное время. Абсолютно верно. Конечно же, так получается, что среди вот этой вот массы детей, которые приходят занять свое свободное время, находятся талантливые дети, которые уже показывают результат и прославляют и себя, и свой кружок, и свой город, и свою область, и в некоторых случаях на международных конкурсах, фестивалях, еще и нашу страну. Хотілося б повернутися детальніше до конкурсу, про який ви вже говорили. Що це за конкурс, скільки існує і які там, наприклад, п'єси або вистави розігруються? Чи це щось таке масштабне, професійне? Чи все ж таки, де береться матеріал для цього конкурсу? Ну, в общем, на этот конкурс приїжджают ребята со всей области. В общем, система такая, что у себя в районных центрах они должны провести первый районный этап этого конкурса, определить победителя. А уже к нам на областной, на второй этап этого конкурса приезжают победители своих первых районных этапов. Конечно, в идеале, если приезжают все районы области, но такого не случается, это очень редко, потому что где-то ребята сталкиваются с недостатком финансирования, потому что командировка и бензин, и приезд детей, это все за счет организации, которая отправляет детей, не всегда у них есть финансовые возможности. В некоторых районах театральное направление представлено, но представлено на таком уровне, что, в принципе, им не позволяет конкурировать на областном конкурсе «Свит на Диды Восвит». А что это за конкурс? Собственно, они приезжают с 15-минутной постановкой. Почему 15-минутные? Потому что в рамках одного конкурса в течение одного дня невозможно посмотреть 22 выступления по часу, по полтора, да. Угу. Поэтому мы ограничиваемся такими временными рамками и стараемся еще как бы включить в повестку дня конкурса, фестиваля конкурса нашего, еще семинары для руководителей, потому что им тоже не всегда накладно приезжать отдельно на семинар или на обучение какое-то. Поэтому стараемся, идем навстречу нашим руководителям и стараемся, если они уже приехали, то по максимуму загрузить их нужной информацией, работой. Ще хотілося б почути критерії оцінки, адже ви самі наголошуєте на тому, що рівень розвитку різний, і
критерії оцінювання, і чи не виходить так, що, наприклад, обласні, районні центри все ж таки лідірують в цьому конкурсі і завжди отримують там гран-при, перші місця і все інше? В критерії, собственно, чому можна определити, ну, качество театрального виступлення? Це, мабуть, прежде всего по роботі режисера, режисерська робота, по матеріалу сценарному, як був написаний правильно сценарний матеріал. Звісно ж, не можна забувати об актерській роботі, не можна забувати о тонкостях театральної роботи, таких як там мізансценування, дикція, звісно ж, костюми і декорації. Все це в цілому, от ці от критерії, вони включені в оціночний лист. И члены жюри, которых мы стараемся приглашать из учебных заведений, которые выпускают, собственно, специалистов этого профиля, это и колледж культуры наш Николаевский, и институт культуры, стараемся приглашать ведущих актеров наших театров николаевских, дабы они оценили и посмотрели, что вообще такое направление у нас есть, существует. И вот они по этим критериям, собственно, оценивают. Конечно же, есть у нас... Скажу так, традиционно хорошо выступают у нас команды города Николаева с наших четырех районов, с Ленинского, Корабельного, Центрального и Заводского районов. Но надо отметить, что в последние годы конкуренция увеличилась, и они начали сдавать позиции перед районами, такими как Баштанский, Первомайский, Братский. Собственно, вот это все говорит о том, что направление развивается. Есть у нас критерия, скажем так, качества наших кружков, это звание у наших кружков. Есть образцовый художественный коллектив, есть народный художественный коллектив. Это как бы две ступеньки. Есть просто кружок, есть образцовый, есть народный. Это в житті, да. Кто мает какие-то достижения. Да, да. Это мы относим именно к кружкам. Есть у нас в области и образцовое, есть и народный коллектив, это театр «Мрия», Дворца творчества учащихся, наш Николаевский, которые традиционно показывают высокий уровень, и всегда приятно посмотреть, и профессионалам-актерам, которые приходят в судейство, они всегда поражаются, насколько дети могут быть чувственны, пронзительны и профессиональны. Дякую, а ми переходимо до анонсової частини нашої програми. Отже, чим розважити своїх дітей на зимових канікулах, різдвяних канікулах. І продовжуємо роботу вашого будинку художньої творчості в період зимових канікул. Адже для основної школи це відпочинок, а позашкільна робота саме розпочинається. Вот вы правильно говорите, школа заканчивает работу, скажем так, уходит на каникулы, а у внешкольного образования работы добавляется в два раза больше. Мы все прекрасно помним с детства, что предновогодний период и потом посленовогодний период, собственно, и Новый год – это один из самых, наверное, светлых в нашем детстве праздников. И мы в детстве не задумывались, как так получается, что вот мы помним эти праздники, и, конечно же, это родители нам организовывали всегда в основном, но мы ходили и на какие-то мероприятия, и всегда у нас была елка большая и городская, и дома стояла елка. Это все результат того, что кто-то когда-то придумал, что вот в этот период надо ребенку в досуге уделить немножко больше внимания. Собственно, этим мы стараемся заниматься. У нас есть такая программа, она называется «Резвяне каникулы». Эта программа означает то, что есть ряд мероприятий, которые проходят во временных рамках, конкретно с 19 декабря по 19 января. Это рамки нашей программы. Как раз майже канікулярний весь период. Да, ну, скажем так, зимний праздничный цикл, скажем так, мы охватываем. В рамках, вот в этих временных рамках мы стараемся запланировать для наших кружков, я говорю сейчас о наших кружках, которые занимаются у нас на базе, стараемся запланировать им досуг так, чтобы они успели и отдохнуть, как, скажем так, перезагрузиться, и, конечно же, научиться чему-то новому. Поэтому, соответственно, программа выстроена на базе экскурсии в театры, где они могут пойти посмотреть утренники, сказки какие-то. Конечно же, экскурсии, есть такая экскурсия «Резвяны Миколаев», они все ходят и на эту экскурсию, и ходят вместе кружками, коллективами на городскую елку, на представление, которое там проходит. Это как бы масса.
Давайте не будем забывать о том, что в этот период очень удобно, ребенок не учится, и можно немножко больше уделить внимание нашему внешкольному образованию, и поэтому проходят всевозможные мастер-классы, конкретно вот наши кружки декоративно-прикладного и художественного творчества, они проводят конкурс сейчас на лучшую новогоднюю игрушку. Дети своими руками делают игрушки, и потом совмещается и відпочинок, да, и продолжается та діяльність, якою вони постійно займаються. Да, вот есть у нас, да, есть у нас кружок журналістики, который в этом году решил в этот новогодний цикл запустить конкурс на лучшее письмо Деду Морозу. Ой, не Деду Морозу, а Святому Николаю, попрошу прощения. Вот они все у нас пишут письма Святому Николаю, и потом, когда все уже напишут, сядет комиссия и выберет лучшее письмо. Наверное, что-то победитель у нас от Святого Николая получит. Вот если мы уже заговорили о кружке журналистики, у нас есть газета, которую выпускают ребята. Она называется «Краина творчести». Это у нас периодическое издание, если вы обратите внимание, оно не практическое, но профессиональное, хотя вы должны понимать, что это делают ребята-школьники. И вот, верстка, все відбувається школярами. Ну, насчет верстки я как бы вам точно не скажу, но понятно, что без профессионалов своего дела, скажем, там, в типографии оно верстается, но вот именно верстка, скажем так, идейная, конечно же, происходит в рамках кружка журналистики. И вот, кроме письма к Святому Николаю, они еще 17 декабря будет у нас новый выпуск, посвященный Новому году, Рождеству, зимним праздникам. И мы его представим, презентуем родителям наших детей, которые приходят к нам в Дом творчества, и общественности 17 числа, 18 на первом утреннике, который у нас состоится. Собственно, об утреннике я уже заикнулся, придется рассказывать. Про новорічну казку. Да. Але перш ніж про новорічну казку, хотілося б спитати, крім новорічної казки, от не для тих дітей, які у вас займаються, вони можуть прийняти участь в якихось заходах, які будуть в період зимовий проходити? Ну, система построена таким образом, что ребенок, который не занимается у нас, скорее всего, занимается где-то в каком-то другом доме творчества, потому что объем, который ухопливает объем занятости детей в наших заведениях внешкольных, он очень большой. И надо признаться, что детей, которые никуда не ходят, ни к нам во внешкольное заведение, ни в спортивные секции, ни в какие-то там, ну, еще, допустим, досуговые учреждения, там, или в те же дома культуры, которые к нам не относятся, но тоже занимают детей своими кружками. Процент этот очень маленький, практически мизерный, мизерный. Поэтому всегда ребенок где-то занят. А мы уж стараемся так, чтобы наши дети, у нас их много, были заняты на 100%. Новорічна казка. Це от той витвір, який саме стосується вашого театрального жанру. І я знаю, що туди підключаються в цю новорічну казку і хореографи, і вокалісти, і саме ті, хто займаються театральним жанром. Що в цьому році це буде? Взагалі, як би, дуже тема для мене, скажімо так, важлива. Потому что я как бы и отношусь к кружкам области, но мне всегда было интересно что-то сделать в этом направлении для своего учреждения и для ребят, которые занимаются именно у нас на базе. Был у нас театральный кружок, Театр Плюс, который, к сожалению, с этого года не работает, по причине того, что просто руководитель ушел, и пока нет другого специалиста. Но дело не в этом. Дело в том, что мне по роду моей работы приходится участвовать в неких мероприятиях и режиссировать их. И в конце 2009 года вот мы так решили, что, наверное, стоит каждый год готовить детям большое театрализированное представление и задействовать всех-всех ребят, чтобы они чувствовали себя настоящими артистами. Жанр мы выбрали очень непростой, скажем так, но очень понятный для детского творчества. Скажем так, это концертно-игровая форма,
которая обрамлена в сказку, в какой-то сюжет сказочный. Поэтому можно смело назвать это мюзиклом или там, ну, как угодно можете называть. Почему концертная форма? Потому что у нас много коллективов. Кто-то спляшет, кто-то станцует. З одного боку, і легше компонувати таку казку. Це так кажеться на перший взгляд, що легко. У нас всі колективи зі своїм характером, зі своєю душою, зі своїми інтересами, зі своїм направленням. І коли діло доходить до компоновки, щоб об'єднати це все в один інтересний сюжет, звісно ж, приходиться немножко повикручуватися, поізощрятися, знайти к ребенку подход, найти к руководителю подход, дать ему нужную роль, поставить его на нужное место. Это всегда непросто. Непросто и мне как режиссеру, непросто нашему директору, который, собственно, есть инициатором этого проекта «Новогодняя сказка». Все начинается еще, ну, наверное, когда заканчивается празднование Дня противника освіти. Скільки готуется? Да, вот это конец октября у нас, в конце октября у нас День учителя. И после Дня учителя мы все, собирается инициативная группа творческая, в нее входят традиционно я, директор Дома творчества Лариса Викторовна Щукина, входит заместитель директора по учебной части, заведующий отделами и декоративно-прикладным, и художественными отделами, художественно-эстетическим отделом. Также руководители самых, скажем так, инициативных кружков тоже входят в эту инициативную группу. И мы садимся и думаем, о чем бы нам сделать вот каждый год сказку. Вот в этом году, о чем бы нам сделать сказку. Мы думаем, придумываем идею. Про что вот в этом году, если говорить об общей цели нашей сказки, это сказать, донести до детей, до наших, что на такую мудрость жизненную, что посеешь, то и пожнешь. Будет очень... интересный сюжет про то, как четыре классических злых героя, это Баба Яга, это Дракула, это пират и карточная королева из Зазеркалья, они собрались на неком форуме, который ежегодно они проводят, дабы обсудить, как победить добро. Вот они собрались и придумали некий способ обновить свою злую деятельность, и решили создать несколько новых злых героев. Вот, собственно, сказка про то, что если ты вкладываешь что-то злое, ты злое получишь на себя в ответ. А если делать добрые поступки и нести добро людям, то это добро тебе будет откликаться. Вот основной посыл для наших зрителей именно такой. И, собственно, у этих ребят ничего не получится. В конце придет Дед Мороз. Конечно же, все разрулит, как обычно. Ну, в общем, не буду все рассказывать, будет очень интересно, много комичных ситуаций будет в утреннике. Конечно же, поработал декоративный отдел, у нас новые декорации. В этом году они сияют, как новогодняя елка. В этом году у нас новые массовые игры, которые мы обязательно вставляем в наш утренник, интерактивные способы привлечения нашей аудитории. То есть, кожен, хто прийде на виставу, може прийняти участь. У нас аудитория не просто сидит и смотрит. Это то, что отличает нас от классического театра, или театра юного зрителя, или кукольного театра. То, что наш зритель принимает активное участие в том, что происходит, и становится своего рода таким участником нашего представления. Это наша фішечка. А от діти, вони дуже хочуть бути негативними героями? Вообще, как бы, если мы будем говорить о том, что делают дети у нас в утреннике, в основном дети у нас участвуют в номерах. Есть у нас ребята, которые играют, скажем так, или главные, или второстепенные роли, но в основном дети у нас танцуют, поют, проводят игры. Вот они заняты этим делом. Как бы так, груз актерской работы ложится на педагогический состав. Ага. И хочу вам сказать, ну не весь груз, я говорю о том, что есть ребята, которые у нас играют, кружковцы, которые играют в наших утренниках в качестве актеров, но у них все прекрасно получается, за них мы меньше всего переживаем. Переживаем мы за наших руководителей, потому что у нас не театр, у нас не профессиональные актеры работают. Поэтому, ну, я сказал, так переживаем. Конечно же, мы не переживаем, мы уверены в нашем педагогическом составе. Вот у нас, допустим, в этом году
играет, и заместитель директора по воспитательной части, и заведующий отделом художественно-эстетическим. У нас играет, не поверите, даже заместитель директора по административно-хозяйственной части. Какой у вас веселый коллектив. Да. Ну, Дед Мороз будет справжний. Конечно же, ну, Дед Мороз всегда настоящий приходит. Дед це Мороз – это главное, да. И побажання собі, своєму колективу, взагалі всім дітям, які вже мають намір прийти до вас подивитись новорічну казку. Ой, я хочу прежде всего пожелать детям, пожелать? Хорошо провести каникулярное время, не только весело, но еще и с пользой. Хочу пожелать им, чтобы они в эту зиму улыбались по-весеннему ярко и широко. Хочу, чтобы они получили от Деда Мороза или от Святого Николая, получили то, что они хотят, чтобы их мечты сбывались. А нашему коллективу я желаю творческих успехов, терпения и всего самого наилучшего. Вот так как-то. Дякую за інформацію, за наданий настрій. З нами був сьогодні Микита Сергійович Гаршков, методист театрального жанру обласного будинку художньої творчості. Ну, а я від себе бажаю всім снігу, напевно. Його чекають не тільки діти і дорослі, тому що треба нам створити зимовий передноворічний настрій. Ну, і доброго здоров'я, до побачення, до нових зустрічей.